Cookie sound. Эй, ютубу Хайвика, с вами Полтрия 2, и да, сегодня мы с вами продолжаем играть в Five Nights at Freddy's Remastered, вернее, продолжаем перепроходить Five Nights at Freddy's Remastered, и да, собственно, погнали, давай. Вот гейм, у нас с вами ночь четвертая. Так, давай сейчас этого челика послушаем. Короче, сейчас узнается, что он типа... Ну, я сам узнаешь. Ну что ж, поздравь меня. Я лечу за свои премии в области генетики. Поэтому я тебя покидаю. Ты что, плачешь? Ну, не плачь, Я оставлю тебе Хэви. А ты еще не понял? Я его создал. Черт, самолет. Я немного опаздываю. Короче, так, вы поняли, он создал Хэвика, ну, в смысле, клона Хэвика. В смысле, да, если, короче, вы не поняли, то вот этот вот, ой, блядь, не здесь, где тут он. Вот этот вот Хэвик, это не настоящий Хэвик, который из Team Fortress, это его клон, короче. И он его создал, который у нас чел на телефоне, вот он создал, типа, этот клон. И не только Хэвик, тут вообще, в принципе, все вот эти вот наемники из ТФ-2, это не те самые наемники из ТФ-2, которые, ну, собственно, в ТФ-2 были, это вот их клоны, короче говоря, да. Так что, вот такие вот дела. Хэвик сейчас нам придет. Будет лицо нам... Блять! Отлично. Быстрее давай. Ага. Шкатулка. Ага. 2 часа, ребят. Да, надень. Блин. Отлично, все. Шкатулка! Ебать. При конце. Так. Теперь вот это. Ага, пошел в жопу. Так, отлично. Так, теперь тебя подзарядить. 3 часа, ребят, 3 часа. Так, сейчас нам, походу, Хэвик придет. Я же говорю, здорово, братан. Отлично. Так, 3 часа. Так. Ага, понятно, понял. Скаут там пошел. И не только скаут. Да, на день, блин. Все. Так, давай. 4 часа. Да иди ты в жопу, блин. Хэвик, дай мне зарядить шпиона. В смысле, его. Эту самую. Блять, оно чуть не закончилось. Быстрее! 5 часов.
Давай, 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 давай. Да блин. Все отлично. Оп. Шкатулку быстрее. Получилось. 6 часов, ребят, 6 часов. Среди. Так. Понятно. Здорово. Угу. Так, есть. Средить. Здорово. Ей! Так, ну уже нормально было, да? Так, ночь пятая. Все, последняя ночь. Он, кстати говоря, нам сейчас звонить уже не будет. Наш-то челик. Подожди, там был текст. Подожди, там был текст. О, блядь. Почти разрядилось. Там был текст. В смысле текст? Не понял я что-то юмора. Там на миллисекунду появился... Ну, не может не на миллисекунду, там на несколько миллисекунд, но там появился текст. Или это был баг, или там, не знаю, это с четвертой ночи текст, хер его знает. Шкатулка надо. Шкатулка начала быстро разряжаться, это прям плохо. Очень плохо. И очень печально. Заряди. Так, понятно. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Так, есть. Шкатулку. Здорово. Так, отлично, 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 отлично. Так, заряжай, заряжай, заряжай. Так, 2 часа. Отлично! Просто офигенно. Блядь, у меня даже нет времени посмотреть там, что на камеру. Давай посмотрим. Так, ладно, пофиг. Заряжай. Поджигалька, кстати говоря, что-то не уходит. Странно, странно, очень странно. Понятно. Так. Здорово. Так, зарядить. Блять, скаут ушел. Сейчас 5, походу, придет. Заряди. Привет. Так, есть. 3 часа, кстати говоря. Сейчас будет, скорее всего, 4 уже скоро. Thank you.
Привет. Четыре часа. Отлично, отлично, отлично. Так, по камеру что-то у нас. Скаут пошел, хейк пошел, отлично. Ой, фу, какой отлично, наоборот, плохо. Плохо еще как. Четыре часа до сих пор. У нас так хэвик, вот он. Надень. Сварочный этот. Шлем. 5 часов. Сварочный шлем, что я несу какой шлем? Я забыл про шпиона. Как я мог забыть про шпиона, я в душе не ебу, блять. Ладно, тогда давай начнем с того момента. Так, вот, ребят, снова до 5 часов дошел. Шесть часов, отлично, отлично, просто замечательно, так заряжай. Все, по другим камерам даже не смотрим, потому что, да, если я отвлекусь, тогда шкатулка разряется, если шкатулка разряется, то нападет шпион. Вернее, его клон. Так, давай, среди шкатулку. Да, открой ты. Шесть часов. Да. Пожалуйста, скажи, что ты успел. Скажи, что ты успел. Фу, красавчик, все. Ей! Все. Пятая ночь пройдена. Все, сейчас будет концовка. Да, вот. Вот концовка. The End нас спрашивают. Ну, на самом деле не конец, потому что еще будет вторая часть. И даже еще третья. Полная, кстати говоря, версия. Да, там автор ее до сих пор делает. Так что, вот так вот. Вот, сбежали мы, короче. Так, ну все получается. В общем, вот, ребят, мы с вами перепрошли Five Nights at Hades. Первый в очередной раз. И получается все, ребят, мы с вами все перепрошли, только вот осталось только ждать полную версию третьей части, и как бы все. Так что, да, с вами был Gable 3.2, мы с вами играли Five Nights at Hades Remastered, вернее, перепроходили его, и да, всем пока.